Так, ну что же, будем начинать потихоньку. Сейчас я только верну звук в игре. Вот. Ну что же, когда вот я готовил этот стрим, всем здрасте, во-первых. Наконец-то у меня появилось настроение хоть что-то такое запустить, чтобы хоть немножко приходить в привычный тонус. Вот. Когда я готовил этот стрим сегодня утром, я обнаружил, что рестрим больше не работает в России. Все, думаю, понимают почему. Вот, я думал, на какую же платформу тогда стримить, на YouTube или на Twitch. Но решил на Twitch, потому что тут больше подписчиков, больше потенциальных зрителей. И потом с Твича, в общем-то, можно запись загрузить будет на YouTube, я надеюсь. Как я обычно и делал, когда приходилось только на Twitch стримить. Вот. Ну что же, приступим. Я много раз говорил, что Deserts of Harrogh — это такая игра, которая очень по духу и по атмосфере похожа на Дюну. Вот, чем она мне особенно нравится. Вот, к сожалению, тут нету русской озвучки, только субтитры, но я постараюсь так в общих чертах передавать сюжет и содержание диалогов. Приступаем к кампании. Обучение, наверное, пропустим, потому что там каких-то лорных сюжетных элементов не содержится. Не будем на него терять время. Так, уровень сложный. Ну, приступим. Так, база Эпсилон. Рэйчел Сэджет прибывает на базу Эпсилон, в то время как командный транспортник Сэджет Каписи собирает экспедицию вглубь пустыни. Ну тут, я думаю, надо немножко пояснить, да, что, собственно, это... Что это такое вообще, да? То есть есть некая планета Харак. Вот вообще, в принципе, во вселенную Homeworld я сам не вовлечен. Я вообще не представляю, что там было в предыдущих частях. Но вот исходное, что у нас есть какой-то конгломерат, что ли, какая-то коалиция из нескольких кланов. Они тут называются, соответственно, вот Стеджет — это один из таких кланов, да, они вот размещены на этой планете, и, в общем-то, они там жили долгие десятилетия, враждуя с другой коалицией, что ли, я не знаю, фракцией, не фракцией, а народом, я не знаю, гальсиен, как они себя называют, да, то есть у них кардинально разные позиции. Конкретно вот коалиция, за которую мы играем, они приверженцы, что ли, науки, технологий, как-то освоение космоса, и осваивая пустыню, они находят обломки космических кораблей неизвестного происхождения, добывают с них технологии и пытаются, в общем-то, как-то развиваться. А гальсиен — это такие лютые фанатики, которые, ну, такие религиозные фанатики, которые пытаются препятствовать коалиции, препятствовать их путешествию, в общем-то, за пределы планеты. Вот. Да, Мизу, здравствуй. Спасибо, что подтянулся. Вот. Я думаю, найдется у тебя немного времени заценить вообще, как эта игра выглядит со стороны, да, и какие-то, может быть, даже параллели провести с Дюной. Ну вот, и в данный момент коалиция готовит большое путешествие в пустыне, в том числе и на территорию Гальсиен, чтобы найти там некую первичную аномалию, собственно, какая-то сигнатура энергетическая, которая указывает на наличие какого-то артефакта, который, как они уверены, поможет им, собственно, разгадать тайну планеты, тайну их собственного происхождения и, в общем-то, помочь выйти за пределы планеты. Ну, такая вот завязка. Ну, сейчас, в принципе, в интро тоже немножко про это будет. Но главное субтитры читать, если плохо на слух английский, понимаете. Мы приступим. Собственно, вот эта символика коалиции. Там пять кланов.
Я вот запутался немножко. Сиджет — это вроде как их какая-то фамилия, что ли, или что-то, родовое имя. А, нет, нет, это не название кланов, это название транспортников. Каписи конкретно вот наш транспортник. Есть еще Сокала будет в сюжете, а остальные три, они как-то в сюжете вообще не упоминаются. У каждой коалиции есть свой такой большой транспортник, пустынный такой авианосец. Our planet is dying. The desert grows with every passing year. The world is at war. But there is hope. An object has been detected deep within the Great Banded Desert. It has been called the Jirraki object, the primary anomaly. We believe it may hold the key to our salvation. An expedition to retrieve it is being prepared. Рисовка очень бордерлендовская. Музыка тут просто топовая. Я очень хорошо подчеркивает сам сюжет. Galcian attacks have been launched against multiple coalition bases. The northern frontier is under attack. The launch of our expedition carrier, the Capisi, has been accelerated. This is the captain of the Sajet carrier Capisi. All crews, hangar 5. Stand by to initiate rollout sequence. Loading control module now. Stand by. Engage main drive. Laneway clear. All stations green. Captain has the helm. Ample clean blue on all decks. Full complement aboard. Shutter test green. Собственно, вот персонажи, которые сейчас в радиоэфире, мы будем практически всю игру их слышать, их диалоги между собой. Самый главный — это капитан Роман Сиджет. Вот, там есть офицер разведки, собственно, сама Рэйчел, она офицер по науке. Fleet manager online. Resource control system online. Unit status online. Command system online. Objective tracking online. All control systems successfully installed and online. Systems confirmed. Rachel, redeploy to your base runner. Copy that. Attention all stations. This is Fleet Intelligence for the expedition carrier Capisi.
I will be issuing all mission objectives through this channel. Before departure, we need to run essential tests on our key capabilities. Vehicle production, resource salvaging, and combat operations. Time is of the essence, so let's run through these quickly. Fleet operations, is your channel clear? Affirmative. I will be providing all non-critical updates on unit production, research, resource salvaging, and all carrier systems through this channel. Copy that. Stand by to initiate production test. Собственно, это вот первая миссия у нас такая, что-то вроде такого... Deploy a salvager from the command carrier Capisi. Дополнительного мини-обучения, но при этом оно очень здорово в сюжет вписано. То есть это и наше обучение, и подготовка транспорта к экспедиции прям в экстренном порядке, потому что все их базы уже находятся под атакой Галсиена, и вот-вот будут уничтожены. То есть это последний шанс коалиции. Salvager online. Stand by to commence resource test. EA active. Order the salvager to gather nearby resources located here. Собственно, вот авианосец, транспортник высаживает добытчиков, и они добывают ресурсы. Ресурсы тут это, конечно, не специи, как в Дюне, да, это как бы такие обломки от кораблей. Support cruiser has suffered a mechanical failure and requires immediate repairs before departure. Reading you command. Так, Рэйчел, она... Use your base runner to repair the support cruiser located here. Помимо науки, она еще может заниматься ремонтом техники. Initiating repairs. Ну, специи, да. Spice, его так в официальном переводе, собственно, ну, в фильме... Дюна, да, называть специи. Repairs completed. Good work, Rachel. ZU site exhausted. Stand by for combat test. In order to produce combat vehicles, we will need to invest time and resources in upgrading our tech. The first step is to upgrade the Capisi's advanced manufacturing facilities. Once that is done, we will be able to build light attack vehicles. Go for carrier. На самом деле тут как бы вот три бронемашины производим. Мне нравится, что можно прям максимально приблизить, посмотреть на юниты поближе. Хотя, как правило, это во время игры не требуется, то есть это чисто так. Target drones are now ready for weapons testing. One assigned. Use the light attack vehicles to target and destroy the drones located here. Такой учебной цели. Ну, это сейчас все закончится, мы скоро отправимся. Да, в фильме называется «Специи. Ресурс». Ну, слушай, ну это лучше, чем пряности, потому что я помню, что... А, подожди-ка, специи... Да, специи все-таки. Я помню, в каком-то переводе видел, что это было пряность. Это еще хуже. All required tests are complete. Give me a go, no go for launch. Operations? Go. Bridge? Go. Rachel? Science team's in place. We're go. Engineering? Go. Confirm all systems go. Все, мы готовы. Отправляемся. All operators, CENCOM, new intel on Galsian operators. Sajet carrier Capisi, we are go for launch. Run and check. Так, ну что, нам позволили нажать главную кнопку. Launch command confirmed. Understood. Prepare to open outer doors. Fire all charges. Disengage locks. Outer doors opening. Mass ratio in line. Tracking solid. Doors at 50%. Looking good. Bring engines to speed and move out. Outer doors at full aperture. Spice Melange. Почему Melange не называть? Просто нейтральное название какое-то. Типа, свое имя есть у ресурсов. All stations, this is your captain. Today we embark on a historic mission to find and retrieve the Taraki object. Lying at the heart of the Great Banded Desert, deep inside Galsian territory. We believe it holds the
our survival on this planet. The journey will be perilous. But if successful, we will change the course of history forever and secure our future for generations to come. Капитан выступил. Personal log, Science Officer Rachel Sajet, Expedition Carrier Capici. We've launched 3 months ahead of schedule and just in time. The Galcian threat was far greater than we had anticipated. As the lead scientist on this expedition, I'm more convinced than ever that my brother was right. That what lies out there amongst the dunes holds the key to our survival on this planet and possibly beyond. We have no choice now but to believe. Да, ну, собственно, вот, мы отправились в экспедицию. Тем временем Галсиен выносит просто все оставшиеся базы коалиции. То есть фактически просто избежали гибели. Вот. Но при этом эта экспедиция у них готовилась достаточно давно. И, в общем-то, они вроде как опережают график. То есть у них есть какой-то запас времени, прежде чем Галсиен спохватится и начнут охоту за нашим транспортом. Так, и экспедиционный транспортный корабль Капеси запущен. Контакта с галсиенскими силами нет. Подтвердите встречу с посадочным модулем 607 на костяном поле для получения сенсорного модуля. То есть мы сейчас, первая задача, это где-то на промежуточной базе остановимся. Туда прилетит транспорт и снарядит нас, высадит нам снаряжение для экспедиции, которого нам пока что не достает. Вот. Видимо, да. Видимо, да. Ну, вообще, у меня, конечно, есть некоторые претензии именно к переводам определенных названий в фильме, да, из игры. То есть там как-то Harvester там как-то называют, типа, Crawler или что-то такое, да. Ну, блин, а почему бы его просто не назвать Harvester? У нас вся страна, все, кто играл в Дюну, они как бы знают, что это Harvester. Ну, или сборщик просто. Ну, как бы Harvester, привычное название. Или там, например, Кариол, да, транспортник, называют как-то... Кар что-то там, не помню. Ну, как-то переделали его в русской версии название тоже. Я не сразу узнал, мне нужно было субтитры включить, чтобы убедиться, что там все названия, которые я в игре слышал и видел. Вот, тоже такое. Чем название Кариол не подходит? Мне вот что нравится, что как и фильм «Дюна», да, так и вот эта игра, тут такой очень неспешный, такой размеренный сюжет, такая пустынная атмосфера. Я такие параллели провожу. Хотя, ну, чисто в стратегическом плане, на «Дюну», конечно, не похоже. Тут вот такой этот экспедиционный транспорт, это фактически есть наша передвижная база. То есть это как CNC-4, наверное. Successfully entered the open desert and are safe. For now. Before leaving, we received this Gaussian transmission. Приняли сообщение от Галсиен. Attention, Kithid of the North. I am Kagan of the Kith Galsian, servant of the mighty Kahan Sajuk. For generations, you have violated the first commandment of our creator by entering into space. You seek the stars. Now you invade our lands for the second time. Diplomacy has failed. Больше переговоров не будет. No longer. The suffering of this war will be nothing compared to the wrath of Sajuk. Long live the people of Karak. We are now behind enemy lines. A Sajet lander carrying with it our sensors manager will rendezvous with us at the Boneyard, a salvage facility to the east. At the Boneyard, we will install the sensors manager, gather additional resources and expedition vehicles before moving out and proceeding to our designated target. The fate of the expedition, and possibly the North itself, now rests on us. Я вот даже так подумал, что, может быть, стоит уделить внимание Control, this is Capici. Request immediate clearance to dock. Copy, Capici. We've been waiting for your arrival. You're cleared to dock. Cruiser standing by.
наш транспорт прилетел. Сейчас, пока он будет разгружаться и загружать нам оборудование, нам нужно будет обороняться и... И собирать ресурсы, какие там есть на базе, чтобы их перенести в следующую миссию. Потому что тут и юниты, и ресурсы, они из миссии в миссию переходят, что ты успеваешь накопить. И апгрейды, соответственно, тоже. Sensors manager coming online. The Capesis Desert refit is underway. While that happens, we need to gather as many resources as possible and reactivate retired units to bolster our fleet. Intelligence indicates Galcian forces are inbound on our location. We don't have long before they arrive. Rachel, you and the support cruiser need to reactivate the decommissioned units using your repair beams. Copy that, Intel. Proceed to rally point. Еще два добытчика выгрузим. We have insufficient CUs. Собственно, пока будем заниматься добычей, то тут два стака с ресурсами есть. А Рэйчел пока займется починкой техники, которая тут на консервации находится. Она ее починит, и, соответственно, эту технику мы заберем себе. На словах все пока походит больше на Warzone 2100. Слушай, ну я не знаком, но если это так, я бы, конечно, глянул. Вот. Вот по поводу вот этой передвижной базы, я подумал, что может быть это чем-то походит на CNC-4, который, в общем-то, фанаты не приняли. А я ее даже как-то не смотрел. Я ее, наверное, посмотрю. Ну, я как бы допускаю, что в стратегическом плане... Вот эта игра в стратегическом плане, она, ну, прямо скажем, не CNC, даже близко, да. То есть она тут не боевка, не стратегия, главное. We just received a transmission from Northern Command. They have confirmed that multiple coalition bases have fallen, including Delta, Juno, and Alpha. Tyr is under siege. It appears the Zadim carrier, the Sakala, also managed to escape. We are to rendezvous with her and continue on with the expedition at all costs. То есть еще один транспортник смог сбежать. Минуя гибель Сакала. Additional groups of contacts detected and closing in. Perimeter turrets engaging enemy units. Keep those Galcian forces away from the Capesi and continue to gather resources and units until departure. Периметр вот этой базы пока защищает турели автоматически, но скоро они прорвутся сюда. Поэтому нужно спешить. Reporting. Так, где еще техника? А, он прям по центру стоит. Alert. Sensor post destroyed. Собственно, вот их. Причем, что интересно, что наши враги это фактически такие фанатики, но при этом им каким-то образом достались более совершенные технологии. То есть мы перемещаемся на колесах, они все на антигравах. То есть у них даже он самое... Самая базовая техника, они все на антигравах. Сейчас мы их отразим и вот эту технику тоже заберем, если они ее не уничтожат. The Galcian attacks will continue. We require additional forces. We do not have a sufficient number of LAVs. Collect more CUs. Нельзя нарушать порядок испытаний наземных торпед. Да, согласен, согласен. Не, я не спорю, конечно, надо по порядку все. Я прям в этом тоже деле принципиален. Я просто к тому, что CNC-4, ее как бы многие, ну, большинство игроков, они в принципе сюжет не особо ценят, и как бы я никого не виню, но я очень большое внимание всегда уделяю именно сюжету в играх, и может быть она там как игра не особо крутая, но может быть там хороший сюжет есть, я только ради него готов ей внимание уделить. Вот.
possible survivors from Epsilon or nearby bases. Надо будет посмотреть, потому что эти более старые игры, они, как правило, сюжетом тоже очень сильные. Так, все добытчики, соберу их возле авианосца нашего. Allied armored assault vehicles are deploying smoke screens to break enemy line of sight. Несколько танков бежит с базы, пытаются нас догнать. Armor, go ahead. Надо им навстречу выходить. Control group 1 designated. Турель еще поможет прикрыть преследующих. Сейчас соберемся все вместе, починимся. Hostile strike craft down. Ну как ты сам сюжет оцениваешь? Я как бы, я все равно сам заценю, но просто интересует тоже мнение. Жалко, что тут нельзя лишнюю технику загрузить на транспортник, чтобы она была в безопасности. Galcian heavy railgun spotted. It will have difficulty targeting our units at short range. Our LAV's inherent speed and quick boost ability will allow them to close on enemy units quickly. Use this to gain the advantage. We're clear. Transferring to your control. Ready. Allied units acquired. Самое зло сейчас поедет. Stronger will be as we enter the desert. Сейчас мы, наверное, еще легких машин произведем, чтобы бороться с турелями. Ready. Потому что тут не с турелями, с рейлганами. Потому что рейлганы здесь — это просто зло. Самое большое. Light attack vehicle online. Hostile light attack vehicle detected. Green line confirmed. Так, скоро начнется буря, через 6 минут. Вот нам нужно до бури продержаться. Access engineering to select upgrades. Собственно, в правой менюшке можно создавать апгрейды, которые сейчас доступны для техники. Light attack vehicle in service. Ну, кстати, вот этот транспорт стоит, который разгружается. Light attack vehicle online. Armor vehicle taking effective fire. Собственно, на ранних стадиях против легкой вражеской техники лучше танками бороться, против рельсовых пушек лучше легкими бронемашинами к ним прям вплотную подъезжать и расстреливать. Потому что они так, они очень любят держать дистанцию большую и издалека меня харасить. Так, этот раш мы отобьем. Но будут еще. Вон, собственно, вон, по Рэйчел уже атакует. Да, с ускорением добраться до нее, быстренько ее разобрать. У нас будут свои рельсовые пушки позже, но они обычные, а у них они тяжелые. А, на уровне CNC-3. Слушай, ну тогда действительно стоит ради сюжета хотя бы стоит, наверное, поиграть. Вот. Green line confirmed. Armor, go ahead. Так, еще подходят танки вперед. Alert, Rachel is under fire. The turret is under fire. Engage. Hostile strike craft down. Strike craft taking effective fire. Носим турель и быстренько назад к основной группе возвращаемся. Turn post just went down. Move order confirmed. Хорошо, когда войска рядом с Рэйчел находятся и с вот этими крейсером поддержки, потому что они, что один, что другая, могут чинить. Эту группу тоже вынесли. 3.5 минуты. Собственно, вот у нас такая, типа, тут нету мини-карты, тут есть вот такая глобальная карта, с которой очень удобно сориентироваться быстренько, посмотреть, откуда. Еще несколько бронемашин подошли, поврежденные. Ну и, соответственно, мы уходим от врагов с помощью ускорения. Сейчас быстренько чинимся.
Enemy light attack vehicle marked on approach. Здорово, так сигнал воздушной тревоги звучит где-то в фоне. We're running out of time. Light attack vehicle is under fire. Так, ну пока держимся. Тут чисто оборонительная миссия. Go for Capizzi. Транспортника мы вообще им пока двигать не можем. Lockdown for mobilization. Go for carrier. Грейды какие-нибудь сделаем. Я думаю, сейчас на праздниках как раз вот и эту штуку попрохожу. И, наверное, сейчас установлю ярость Кейна, просто потренируюсь, чтобы совсем уж там не ложать, и чтобы... Кто-то еще бежит. Так, это тяжелые бронемашины, соответственно, мы даем дымовуху против рельсы. Они могут дымовухой, соответственно, отгородиться. И, наверное, навстречу им тоже выйдем. Они прям на ходу как-то как могут отбиваются. А, еще и нас еще... В процессе. Сразу в нескольких местах реагировать. Так, отходим, отходим из-под удара рельсы. Сейчас мы рельсой займемся. Только этих перебьем. Они, соответственно, наших пытаются перехватить, пока мы рельсу атакуем сейчас. Поэтому мы ее быстренько выносим и возвращаемся к основной группе на ускорение. Выйти из-под удара. Надо технику беречь, конечно, на сложном уровне. Capizzi is ready for immediate. Больше никого тут нету на подходе, вроде нет. Remaining Galcian forces and prepare for departure. We're taking effective fire. Enemy railgun firing on friendly. Armored vehicle has been destroyed. Вот уничтожили. New heading set. Hostile light attack vehicle. Так, нам нужно оставшихся вынести. The sensor's post is under fire. А их тут много. Vehicle is under fire. Так, бронемашины. Вперед надо. Рельсу. Так, сколько их там подходит? Ничего себе. Alert. Sensor post lost. Надо отходить, мы одно оставим. Alert. Light attack vehicle destroyed. Надо сперва с мясом вот этим разобраться. Point set. Unidentified craft on approach. Mark the bearing. Alert, Rachel is in contact. Go, go. Секунду прочитаю. Закончим тут. Ну, вот это вроде последнее. Придется качать пиратку, лицуху не запустить вроде, так как сервера давно закрыты, хотя сейчас только пиратки остаются. Слышал, даже Роснадзор собирается разблокировать торрент. Ну, это все слышали. Дичь, конечно. Только-только общество как-то начало привыкать к тому, что игры... Это хорошо бы и покупать, и спонсировать выпуск игр, и тут снова все будут приходить на пиратки. Ну, я, в принципе, всегда был не особо против пираток, и как-то, но я, тем не менее, покупал игры, которые мне очень понравились после пираток. Все, отправляемся. Copy that. Engaging full shutters. Expect impact on my mark in 3, 2. Какая буря. Марк. Personal log. Intelligence officer Nathan Sajet. Expedition carrier Capizzi. Our refit is mostly complete, and we're now headed for open desert. Several coalition units were able to link up with us and have joined our ranks. To the north, Galcian forces are laying siege to our homes. There's no going back. The expedition must carry on.
It's hard to believe it's been 4 years since our satellites detected the Jirachi object. That massive anomaly deep in the uncharted desert. Its energy readings rivaling our planet's sun. Rachel thinks it could be the source of the new Gaussian technology. Only time will tell. Да, назад пути нет. То есть их базу, с которой мы стартовали, уничтожили. Теперь только идти до конца, до вот этой первичной аномалии. Встреча на костяном поле успешно. Приняли бой с силами Галсиен. Основной флот избежал попадания в штормовой фронт. Так, окей. Ну что ж, двигаем дальше. Всего тут вроде то ли 12, то ли 14 миссий. В принципе, не особо большая компания. Я думаю, что за праздники мы ее вполне осилим. Initial satellite data identified the location of the primary anomaly, along with dozens of secondary targets. We will take a northern route, skirting the Baladin formation. Doing this, we will avoid Gaussian territory and the worst of the deep desert heat. We will then cut south to the primary anomaly, the main goal of our expedition. As Chief Science Officer, Rachel Sajet will sample, analyze, and provide intelligence on these objects as we move deeper into the desert. The carrier Sakala has confirmed they are moving east with significant force and are expected to meet us at these coordinates. East of Cape Wrath, a place known as Hell's Gate. То есть на пути к первичной аномалии есть еще несколько крупных объектов, этих обломков кораблей, которые тоже будем по мере возможности осматривать, исследовать и забирать оттуда какие-то артефакты или что-то полезное, полезную информацию. А транспортник Сокала, он, соответственно, пока идет отдельно, но мы с ним тоже в перспективе должны встретиться и наладить взаимодействие. Вот они предполагают, что там сигнал какой-то, который они через бурю. Storm conditions in effect. Be advised, Gaussian combat patrols may be in the area. Weapons. As we push forward, keep your eyes open. Systems currently active. Engineering reports the Capisi's primary shunting systems are now online. Power may now be shunted to weapons, armor, repairs, and long-range targeting systems. Кстати, забавно, что сервисы Restream вроде как отключены, то есть я не могу рестримить на две платформы, но при этом чат рестрима, да, он продолжает работать. То есть у меня он нормально, виджет рестрима в OBS нормально отображает чат. То, что на, поверх видео выводится, я надеюсь, оно выводится, я просто сейчас тут не вижу. Вот, оно тоже как бы происходит через сервис рестрима. Может, они просто еще не заблокировали эту возможность, как-то забыли про нее. Ну, возможно, заблокируют, но я тогда буду чат забирать просто с Твича. У меня есть такая возможность. Вот. Сейчас у нас появилась возможность управлять самим транспортником. И поскольку у него огромное ХП по сравнению с юнитами, я обычно его веду вперед, им танкую. На себя дамаг собирает, а остальные, соответственно, ведут бой.
They're using the dunes to break line of fire and gain a height advantage. Taking fire. Recommend using their own strategy against them. Gain the high ground and use the dunes for cover. Hostile railgun, opened up. Говорят, что у них они используют рельеф местности, чтобы прятать свои рейлганы. Мы, соответственно, будем их рашить легким транспортом. Вон они как сразу кописи надамажили сильно. Рейлганы тут реально зло. Нужно как можно быстрее уничтожить. Поэтому надо сейчас починиться и тогда дальше двинем. Recommend commencing resource operations. Так, ладно, чиниться потом. Сейчас прям доедем до ресурсов, там будем и чиниться, и добывать, пока стоянка будет. Just when we were getting comfortable. Мне нравится, что это не только стратегия такая РТС, но еще и такое интересное дорожное приключение. То есть мы постоянно куда-то движемся, у нас дальний путь, дальнее такое путешествие, okay. Довольно отчаянное при этом. Грей Гу. Это вообще ни разу не слышал такого. Ну тут такое, тут на самом деле очень неудобно. This resource is extremely rare on Karak and is used in the fabrication of advanced vehicles. Be advised, RUs will allow armored assault vehicle production. Тут странно с ресурсами, на самом деле, не очень понятно, то ли это какие-то обломки метеоритов, то ли это обломки кораблей, потому что тут и так было. То есть мы находим крупный обломок, подрываем его и из него добываем вот такие же ресурсы, которые просто в пустыне находим. Так, мне кажется... Light-assault vehicles can evade ranged fire. Employ them against long-range units. Кажется, у меня добытчиков. Salvage array ready. На одного добытчика попрошили в прошлой миссии. Надо восполнять потери. Грей Гу, бывший Вествуд. Слушай, надо глянуть. Я вообще не слышал такого названия, да. Я как бы знаю, что Петра Гриф это Вествуд. Weathering indicates they've been exposed to the desert for years. Carrier here. Intel, be advised. The beacon signal is getting stronger. We must be getting closer. Так, сигнал. Маяка усиливается. Приближаемся. I've managed to get a bead on the transponder beacon and have narrowed its location to this area. There's still no way to know if it's the Sakala. Rachel, form up with an escort and search for the source of the coalition signal. Сейчас будет очень сложный момент, потому что тут такой хребет. Рэйчел должна добраться до обломков, которые там находятся за этим хребтом. Она, собственно, уже сама поехала. Intel, I've located the source of the signal. It's an abandoned coalition carrier. Delay salvage operations until we complete a search of the vessel. Copy that. Rachel's team has begun to investigate the derelict carrier. We're exposed as long as we hold position here. A defensive perimeter must be established in order to protect Rachel and her team. Dunes are blocking the carrier's access to the derelict. PC, go ahead. Understood. Smaller craft, you are clear to approach the derelict. Так, вот проблема то, что Рэйчел сейчас занимается добычей информации с этого брошенного транспортника коалиции. А нам тут либо... Copy. Running it through the computer. Stand by. Moving. Eyes open up there. Rachel. You're aboard the Sajet carrier Ifrit Nabal, part of the Coalition's lost expedition.
This is my brother's ship. My God. Это, оказывается, корабль брата Рэйчел, который до нас отправлялся в пустыню на разведку. Так, надо защищать Рэйчел. Так, мы... Сейчас нам пояснят. Focusing on their lighter units should cause their slower, heavier units to retreat. Armored vehicle is taking fire. Нападают по тактике бей-беги. Когда уничтожают их легкую технику, более тяжелая дальнобойная техника отступает. Мы их не дадим им отступить, сейчас мы их уничтожим в упор. Мне очень нравится, что все стреляют на ходу, и при этом с любого угла орудие наводит. Причем тут еще, кстати говоря, юниты получают повышение. Каписи защитить. Ну, в принципе, транспортник, он от легких он сам очень хорошо обороняется. Так, мы возвращаемся к Рэйчел, и, наверное, надо туда крейсер поддержки отправить, починить ее, потому что она так не продержится долго, если постоянно по ней жахать будут. Так, еще подходит. На этот раз мы, наверное, дымовухой закидаем, чтобы их перебить, а рельса не сможет их поддерживать. Они отступают. Не будем их преследовать, наверное, пусть отступают. Roger that. We'll deploy additional units to cover you. You need to hurry. Railguns have opened up. Understood. Give us 5 minutes. That should be enough time. Move! Ready! Strike craft destroyed. Overdrive! Догоняем сразу лесу. Reading. Armor line clear. Returning fire. Reading. Armor locked in. Лиса против нашей бронированной техники хорошо работает, но вот против легкой, она в легкую часто очень не попадает просто. Так, возвращаемся назад, быстро. Ух ты! Быстрее! Вынесут Рэйчел нафиг и все, и ГГ. Это плохо, на самом деле, было очень плохо. Отбились, чиним его потихоньку. Блин, 17% только. Каписи снова атакует рельсы. Да, тяжелую технику вернем назад. Так, какой-то артефакт Рэйчел нашла на борту корабля, и она сейчас будет его выковыривать оттуда. Нам нужно ее защищать до последнего. Okay, I know what they were doing. I think I can merge it with our systems and greatly enhance our sensor capabilities. Сенсор какой-то улучшенный, она может достать оттуда. Закрываемся дымовухой и выносим ближников. Alert, my attack vehicle destroyed. Rachel, what's your status? Intel, I figured out the wiring. Should speed us up considerably. Roger that. А, она ускорила прогресс, это хорошо. Hostile light attack vehicle detected. У вас. Armor ready.
Причем целенаправленно именно Рэйчел атакуют. Надо вот этих вынести, конечно. Есть такая возможность. Вон, они в упор вообще практически не стреляют. Просто не могут навестись. Да, Рэйчел это тот персонаж, да, который будет нас постоянно нервировать тем, что ей нужно что-то срочно добыть, а мы должны все сделать, чтобы ее оборонять. Но, тем не менее, для прогресса это очень хорошо идет. Геймплейна не особо зашла в игру, хотя на нее даже дополнение оказалось уж. Так, надо возвращаться. Писи сам не защитится. Сразу на рельцо кидаемся. 98% надо отступать уже. Половину транспорта разбили. Короче, очень такое хардкорное место. Так, рельсу вынесли. С ближников, потом Рэйчел вернем. Все, достигнуто. QPC, science team is en route. We've extracted the artifact along with the carrier's backup data drive. Good work, Rachel. I'll have receiving crew standing by. Stand by to power up the recovered artifact. Initiating sensors modification now. Sensor efficiency has been greatly increased, and interference from the storm has been filtered out. Excellent. Contact range increased. With our sensors now operational, we've detected a hostile cruiser supporting the enemy offensive. Engage and destroy the enemy cruiser. Так, значит, установили сенсоры. Смогли фильтровать помехи. We need support cruisers deployed alongside our salvagers. Capici fabrication facilities can now be upgraded to produce support cruisers. What do you need? Cruiser reading. Наверное, всю эту толпу мы сейчас в процессе будем чинить. Надо ехать добывать ресурсы срочно, вот эти вот. Ресурсы обязательно нужно полностью подчистую в каждой миссии вычищать. Rachel here. Рэйчел, наверное, останется здесь, починит наш основной транспорт. Галсиан units seem to be using some kind of shared network to communicate with each other. Fine. Move. We might be able to use that to our advantage if I can find a way to hack in. I'll have to analyze their system architecture. Could take a few days. Roger that. Armor online. Copy. Rachel. We've located abandoned coalition railguns, part of the Ifrit Nabal's fleet. They're damaged, but recoverable. Roger that. We can use our support cruiser's repair beam to bring them back online. Сейчас заодно заберем рейлганы. Upgrade the Capici's fabrication facilities. Мы тоже артефакты ищем и новые юниты собираем. Да, прикольно. Begin constructing support cruisers. Мне на самом деле нравятся такие стратегии, где прогресс идет как-то через всю игру, через сюжет. Польские замечательные вот игры были, хотя очень неудобно играются, но Земля 2150, которую я, может быть, тоже как-нибудь поиграю. Тоже такая очень интересная штука. Добытчиков поставили. В Земле 2150 там очень много, тоже такая большая схема апгрейдов, ресурсы тоже нужно собирать, причем для двух целей, для производства и совершенствования армии, собственно, которые тоже переходят из миссии в миссию, и для отправки на орбиту для строительства космической станции, которая позволит эвакуировать твою коалицию с планеты, потому что планета гибнет.
Так, атакуют. Red alert. Command carrier taking fire. Грейдим пока все, что касается крейсеров поддержки, потому что они нам будут очень нужны для ремонта. Собственно, на самом транспортнике есть турели крупнокалиберные автопушки и ракеты управляемые, он периодически вылетает. Ну, соответственно, чем дальше, тем мы больше будем усовершенствовать вооружение. Сейчас тут пока чиним технику и заодно добываем ресурсы. Этого, наверное, вообще туда вниз отправим. Собственно, крейсер поддержки, он может и технику чинить, и принимать в себя ресурсы от добытчиков, чтобы не ездить аж до Каписи. Самого транспортника можно переназначить энергию на, например, починку, и он будет чинить окружающую его технику. Эффективность увеличу. Ну, рейды пока вкладываемся, это все с нами пойдет в последующей миссии. Вот, сейчас и Рэйчел до полного ХП. Собственно, против нас здесь крейсер Гальсиен. Это не такой транспортник большой, как у нас, а такой поменьше, такой типа производственный крейсер. Он юниты сам производит. Вот. Против него, наверное, несколько рельсовых пушек еще создадим. И пойдем его штурмовать. Его будут его собственные рельсовые пушки охранять. Соответственно, можно будет попробовать танковать самим транспортником, чинить его одновременно и выпускать легкие бронемашины против вражеских рейлганов. Так, сейчас здесь все выкачаем и начнем. На самом деле все очень неспешно происходит, всякие вот эти, когда подводы все подтягиваются к месту операции. Можно им просто приказы отдавать и заниматься уже какими-то своими делами. О, изготовление рельсовой пушки обязательно нужно. Но на самом деле самое, что тут, на что можно делать большую ставку в дальнейшем, это когда у нас авиация появится, штурмовики, летающие арт-батареи. Как из трансформеров. Бомбардировщики. Вот, они как-то быстренько прилетают, наносят хороший удар, выносят массово врагов и улетают. Особенно если у врага ПВОшек нет в этот момент. Так, где-то, говорит, подходит вроде бы. Враги, но пока не вижу. Еще одна рельса. Забираем. Railgun enhancements online. Systems ready. Construction units identified. Enemy light attack vehicle marked on approach. Contact. Enemy armor. Bearing designated. Так, подходит. И так они прикольно кувыркаются на песке. Когда соскакивают с какого-нибудь хребта. We've detected something. Can you confirm visual? Alert! Alert! Sea carrier taking fire. This is the captain. Target set. А, у нас strike craft destroyed. Активировать снова ракеты. О, как его провернуло. Тут такие гличи, конечно, есть некоторые, да, что вот наш этот транспортник может иногда очень так кувыркнуться, тоже здорово. Enemy armor disabled. Так, у добытчиков пока все спокойно. Ну, сейчас они отсюда будут сниматься. Armor copies. Railgun copies. Fleet group 2 assigned. Fleet group 1 assigned. Наверное, этих мы уже будем возвращать. Сейчас будем готовиться к удару по крейсеру.
ресурсов, прямо скажем, вот не густо совсем. Пока что. Expanded. 70% с CNC-4 на 30% с Warzone схожу. Ну ладно, спасибо, что заглянул и как-то оценил. Давай, спокойной тебе ночи, приходи еще. Я, наверное, завтра, наверное, пораньше все-таки стартану, постараюсь встать пораньше. Copy. We're on the way. Давай, счастливо. Так, рельсовая пушка, темп огня, наверное, надо улучшить. Финал по Дюне, и наконец-таки варик второй возьмешь. Но я надеюсь, ты его потренил заранее, потому что там будет прям за людей похардкорнее, конечно, чем за орков. Вот, варик я, наверное, даже попробую посмотреть. Но, в принципе, если будет возможность, я всегда по возможности подключаюсь к твоим стримам. Посмотрим. А ты примерно во сколько так по Москве начнешь? Добытчики, да, тоже возвращаются. Больше ресурсов тут нет. Тут прям совсем немного. Еще две рельсы забрать. 12, да? Слушай, я тут, ну, как бы, под вопросом, если как-то встану пораньше, нормально высплюсь, я, может быть, даже до 12 где-то, я вам было и в 9 часов начинал как-то, ну, может быть, в 9-10 постараюсь, но пока не знаю. Либо уже там где-то после, вот как сегодня, посмотрим. Ну, загляну в любом случае. Рельса подключаются. Даже на ходу иногда попадает неплохо. Такой вот тут неспешный, конечно, очень неспешный геймплей. Забираем технику. И думаю, надо начинать. Реально... Конечно, эффективнее всего танковать именно главным транспортником, Капеси, но тоже нужно делать продуманно, потому что если его оставить без прикрытия и что-то срочно не предпринять, то его очень быстро могут уничтожить. Он при этом сам по себе такой тоже медленный достаточно, может просто не успеть убежать из-под плотного огня. Так, а это... А, да, это рельсовая пушка. Рельсовые пушки, это, конечно, хорошо, но они тут, даже несмотря на то, что они далеко расположены, они недолго держатся обычно. Третью группу их назначим. Третья группа будет... Снайперы. Первые штурмовики, которые просто будут накидываться и в упор гасить. Соответственно, штурмовики займутся дальниками, а снайперы постараются вынести либо бронетехнику, либо собственно, сам этот там крейсер. Так, а крейсер и Рэйчел поддерживают Капеси, будут их чинить. Пока энергии не особо много, мы потом позже энергию будем расширять
за счет артефактов. Вот не как в сингле. В сингле там ты просто апгрейд делаешь отдельный, довольно долгий, и увеличивается запас энергии. Здесь мы ее будем расширять за счет артефактов, и это все как бы сюжетно происходит. Вот. Но потом будет... будет чем вооружиться. И тут как бы две ключевые боевые... два боевых показателя — это, соответственно, мощность оружия, да, то есть число ракет, которые за один раз выпускает, и дальность, на которой он их выпускает. То есть там можно вкачать дальность настолько, что он будет добивать даже до рельсовых пушек вражеских очень неплохо. То есть, в принципе, сможет за себя так постоять хорошо. Ну и, соответственно, если транспортник сильно повреждают, надо просто отключать оружие, включать на максимум броню, потому что она там на самом максимальном значении начинает еще и чинить. Так, собирает пока дамаг на себя, а мы штурмуем. Так, можем, наверное, отступить, не добивая их, потому что мы там сумятицу внесли в их ряды и смогли сблизиться. Не будем всех подставлять, отступим. Перебьем вот этих вот ближников. А, ну вот он, собственно, самый вынес дальников последних. Ну все, выносим производственный крейсер. В принципе, потери не так, чтобы прям большие. Alert, LAB down. Alert, carry. Красота. Galsian support cruiser destroyed. Remaining enemy units falling back. Enhanced sensors are picking up multiple enemy signatures at the extremity of our range. I've got two carrier class vessels in tow. The Galsian have located us. We have no choice. We need to keep moving deeper into the open desert. Set course for the Sarathi Basin. Once we arrive, we'll transmit the Sakala our coordinates. Engine crews, stand by to engage maximum power. Да, получается, нас обнаружили, и теперь мы будем отступать больше глубже в пустыню. Personal log. Science officer Rachel Sajet, expedition carrier Capisi. We found my brother's ship, the Ifrit Nabal, the flagship of our coalition's lost expedition from 4 years ago. His fate, and that of its crew, remains unknown. What happened, Jacob? What did you find out here? What have they done to you? Что они с тобой сделали? Да. Так, мы нашли Ифрит Набал. Целости. Ну, как сказать, в целости, да. Выживших не обнаружено. В бортовых журналах говорится о вторичной аномалии. Меняем курс, чтобы разобраться. То есть еще какая-то аномалия есть. Окей. Я думаю, еще одну миссию я сегодня осилю. Как раз будет 2 часа. И продолжим тогда завтра. The shipwreck was a coalition carrier, last seen 4 years ago. The wreck has been ransacked by Galsian troops looking for something. We believe it was the recovered artifact.
We have also recovered the encrypted first officer's log from the derelict carrier. It belonged to my brother. The data is spotty, but this is what we have deciphered. This is First Officer Jacob Sajet of the carrier Ifrit Nabal. 1,256 souls aboard. We've been immobilized by Dune Collapse. There are considerably more artifacts at the Kalash location. This is the First Officer of the carrier Ifrit Nabal, signing off. The Kalash coordinates correspond to this location from the satellite data of 4 years ago. We will alter course, following the route of our coalition's first expedition. At the Kalash location, we will accelerate resourcing and artifact recovery operations. Course locked in. То есть брат Рэйчел указал на еще одно место, оставил нам послание, да, с координатами еще одного места, где можно добыть артефакты. Closing in on the target site. Rachel, scout ahead and establish a positive ID. Roger that. We have arrived in the general vicinity where the Ifrit Nabal recovered the artifact. Spread out and search the area. This is engineering. Acknowledged. Have all principals begin cycling. Первые пустили вперед Рэйчел. Обнаружить, собственно, обломки. Still nothing. Adjusting onboard scanners. We are getting comfortable. Да, это будет непростая миссия, причем тут две миссии подряд будут. The signal we picked up was significant. We're moving out. Spool up. Две миссии будут в одном и том же месте. Intel, we found something. Beginning analysis of the main superstructure. Readings show considerable heavy metal deposits. This is definitely the Kalash site that Jacob was talking about. Data confirms the Ifrit Nabal artifact was indeed removed from this location. I'm also detecting wreckage strewn across the valley below. I'll need to set up additional scanners to get a clearer picture of exactly what happened here. My preliminary scans are incomplete. I need to place a scanner at this location to get more data. Runner copies. Так, то есть это уже явно не транспортник коалиции, да, это уже какой-то корабль неизвестного происхождения, который обрушился на планету. В долине еще есть его обломки, которые мы тоже должны обыскать. Сейчас мы установим сканер, чтобы посмотреть, что в нем внутри. The technology contained here is far more extensive than anything we have gathered to date. It will advance our existing research programs exponentially. The resources that are visible now can be salvaged, but there are considerably more within the wreck itself. In order to extract them, we need to establish a broader scanner network so I can develop a complete ship-breaking plan. I'm sending the details to the KPC's engineering team. Scan complete. I'll need some time to fully analyze this data. Nova's array ready. We need to explore the valley below to identify additional wreckage from the Kalash. Deploy and secure scanners at each wreckage site located. Alert. The storm is producing tornadoes on low-lying areas.
Avoid the tornadoes. The sand and debris they spin up chews through light armor. Searching for additional wreckage in the valley ahead could be difficult. If we upgrade our fabrication facilities to produce base runners, they'll help us in our search. Так, теперь получается, нам не только нужно обследовать... собственно, вот этот обломок, да, этот корабль, а еще и спуститься в долину, еще три места осмотреть, установить там сканеры и вести добычу артефактов. Задача сразу сильно осложняется. Salvage ready. Так, ну, начнем добычу здесь тогда и примерно будем примеряться вот на то, чтобы вот выйти вот сюда, в эту точку. Так как-то поближе к нам поудобнее будет. Так, попутно загрейдим Рэйчел. Благо, это быстро. И, наверное, еще один сборщик. Будет 4. Чтобы они сразу 2 спота осваивали, по 2 на каждый. Шаттлы, наверное, не будем изготавливать. Не вижу пока особо смысла. Ready for assignment. Salvager online. Construction units identified. Acknowledged. Just when we were getting comfortable. System is ready. Make sure you mark and catalog those areas. What do you need? Go for carrier. Так, я увеличил улучшение боеспособности. Там прочность корпуса у нее увеличится, это очень важно. Все-таки ключевой персонаж. Run a low-level diagnostic on your primary coolant exchange module. Verify. Не все тут нужно грейдить. I can't stand it anymore. Тут же как оно становится доступным, но тем не менее. Vents are just letting in hot. Intel, can you provide an update on the Sakala's current location? No response from the Sakala. The storm is interfering with our communications. Understood. Keep me advised. Affirmative. Так, улучшение ремонта, Рэйчел. Сейчас тоже загрейдим. Тут уже ресурсов как-то более богато, это хорошо. Send orders. CU is identified. Proceed to site. Awaiting orders. An RU site has been depleted. Я жду не дождусь, когда нам авиацию все-таки дадут. Нам она сейчас очень пригодилась. Let's get in and get out. That array will go as fast as you can. Cruiser reading. Copy. We're on the way. Research completed. Сейчас немножко добудем, потом добытчиков вместе со всеми поведем туда, на место первого обломка. Потому что там тоже надо будет добывать. Такая миссия, где очень соблазняет идея, чтобы просто все сразу... захватить, да, во всех трех позициях разместиться, но это очень опасно. Тут лучше все последовательно делать, потому что враги тоже очень хорошо распределяют свои силы и повсюду будут нас продавливать. Поэтому лучше не распыляться, лучше прям сфокусироваться на какой-то отдельной задаче. We discovered the interference on telemetry. Looks like it's from being around those wrecks. Our cabins are registering higher levels of radiation. We've adjusted our environmental systems, but it's still bleeding through. Any suggestions? Not at this time. Let us work on it and get back to you. What's the turnaround, do you think? Not sure. We'll get back to you when we can. Right. Thanks. Классно, что пока нет сюжетных диалогов, там иногда на фоне появляются переговоры между другими служащими. System is ready.
Cruiser ready. Так, ладно, наверное, пусть они тут добывают эти два стака, а мы уже двинемся вперед. Первому споту. Okay, time to roll. Вроде бы в процессе нам должны предоставить авиацию. PC reading. Ну и, соответственно, транспортник наш не может туда в долину спуститься, он может только тут наверху тусить. Это очень, очень неприятно. Он бы нам там очень пригодился. Wreckage site detected. Strike response. Great work. Establish a scanner and a defensive turret. Our scans indicate there are two additional wreck sites. For assignment. Так, отлично, сканер ставим. И, наверное, добытчиков сейчас туда отправим сразу же. Salvage array ready. On our way. Выкачивать отсюда ресурсы. Что здесь мы всегда успеем. Нам нужно из долины все забрать. Runner copies. Location marked. Deploy scanner. Armor copies. Copy. Displacing now. Ready. New location marked. Carrier copies. Если думает, постоит за себя сам. А вот и они. The Galcian are targeting our scanner network. Scramble defenders. All scanning sites must be secured. Recommend deploying turrets from base runners to do so. Clear to move. Так, у меня шаттлов-то и нету. А только они могут турели устанавливать. Ну ладно, я думаю, сделаем все-таки один. Турели тут, в принципе... Если их не подставлять... А, идут сразу... Куда они идут? Нет, они все-таки на место обломка идут. Go for ranged. Move confirmed. Go for armor. Deploy a probe from one of our base runners to help in the search for wreck sites. Fire. Probes will allow us to quickly explore new areas and search for hostile forces. Light attack vehicle is under fire. Sightline clear. Returning fire. Strike craft destroyed. Enemy production cruiser has appeared in the AO. Так, с этими разобрались. Еще подходит. Support ready. New coordinates verified. Salvager ready. Copy. Moving. We read you. Так, я не понял, а как подорвать? Если добытчиков пока что нету. Support ready. Tracking armored craft on approach. Нету взрывчатки. А, тут, наверное, рано еще с этим. Нужно просто сканеры поставить и оборонять их. Ready, send. Да, вот это, конечно, нехорошо там выглядит. Там производственный крейсер, который явно не собирается никуда смещаться, а уничтожать его тоже будет довольно сложно. The Galcian are attempting to destroy our scanner network. Hostiles require rapid response aircraft to counter Galcian attacks. Invest in the Capici's hangar facilities to begin producing strike fighters. Отлично. Hostiles designated. Trackers assigned. Strike craft taking effective fire. Сейчас будем авиацию делать. Может быть, даже сможем производство их вынести. Reading. On our way. Taking fire. Attention. Salvager copies. Make ready. Salvager is strike fighter fabrication online.
Captain, contact. Begin constructing strike fighters immediately. Hostile armor eliminated. Они вылетают по трое, значит мы будем делать, соответственно, по трое. Добытчиков, я так понимаю, надо отсюда уводить на базу, потому что они тут бесполезны. Ничего им тут торчать, пусть добывает ресурсы. Armored vehicle is taking fire. Hostile light attack vehicle detected. Support crews are under attack. Immediate fire support on that position. Green line confirmed. Крыльца давай. И все, и нет. Enemy armor disabled. Reading. Display. We've detected something. Can you confirm visual? Make ready. Contact. Так, ну все, есть. ПВОшек у них нету. Я думаю, можно прям начинать боевые вылеты. Strike craft destroyed. Не посмотрел я удар, но там солидно они, конечно, накидали. Эти почему-то поврежденные идут, наверное, в этот смерч попали. Ну, пока вроде успешно обороняемся, но... Но только обороняемся, нам надо все-таки к следующим двум позициям проходить. Так, еще раз. Чтобы хотя бы отсюда не рашили. Наверное, турели пора ставить. Штуки 2-3 поставим турели. Это слабо. Слабо они пробивают. Интересно, если я вынесу этот производственный крейсер, не пришлют ли они замену сюда? Не помню, как это работает в этой миссии. Strike fighter ready for service. Alert, support taking hostile fire. Armored vehicle is taking fire. Следующая тройка сейчас будет готова. Hostile strike craft down. Detector dialed in. Strike systems online. Ready to burn. Strike fighter online. Railgun reading you. Get us underway. Receiving. Я не понимаю, почему турель не атакует? Или она просто редко стреляет? Reading. Strike fighter approach vector dialed in. Reading. Engine on. Enemy armor disabled. Hostile light attack vehicle detected. We've got hostile on sensors. Confirm visual. Так, вынесли. Крейсер вынесли. Теперь посмотрим, как они быстро сюда новые пришлют, если вообще пришлют. Если не пришлют, то добьем оставшихся и всеми вот этими, всей этой группы пойдем к следующему месту. Alert. Support craft has been engaged. Хорошо, разобрались. Strike fighter approach vector dialed in. Attack course set. Runner. Думаю, еще одну турель ставим и выдвигаемся.
Make ready. Здесь переместимся на другую сторону, чтобы добытчики как-то в безопасности были. Strike craft down. Strike fighter approach vector dialed in. Enemy armor on approach. Ну, собственно, вот, когда есть авиация, нужно, чтобы она не сидела без дела, постоянно вылетали и снижали потенциал. Едем дальше. Далеко просто ехать еще к следующей локации. В принципе, синих ресурсов хватит, чтобы еще одно такое звено сделать ударное. Сейчас как раз переориентируем на них. Construction units identified. Carrier copies. Systems online. We're up and running. Awaiting orders. Confirmed. Fleet Group 1 assigned. Science officer responding. Смерч, главное, не попасть. В смерч вроде даже авиация может попасть. Это неприятно. Ну, смерчи такие, они вроде бы только в этой миссии будут там больше. Green, не будут нам проблем доставать. Control group one designated. Okay, time to roll. Стараемся между ними пройти. Так, вроде пока никаких угроз для первого спота нету. Может быть, быстренько остальные два захватим и свалим отсюда. Из этой миссии, по крайней мере. Так, где? Ага. Может туда упреждающий удар такой нанести. И готовим еще одно звено. Рэйчел here. Okay. Additional wreckage site located. Roger. Good work. Set up a scanner and secure the site. There is still one more wreck site. Continue your search. Enemy light attack vehicle marked on approach. Они упустили их, значит, надо их переориентировать. То они так и будут там летать. А вот это хорошо было. По-моему, они все равно идут к той первой позиции. Там у нас есть турели. Надеюсь, что они защитятся. Рэйчел here. Set up scanner for area sweep. Reading it. Так, а этого, наверное, шаттла дополнительного сразу к третьей отправим, чтобы нам засчитали победу. Reading. Strike fighter. Strike craft taking effective fire. Attack sensors post is under fire. Guard order confirmed. Только сканер установили, сразу все сюда поперли. Alert, support taking hostile fire. О, фак, это плохо. Strike fighter coordinates dialed in. Сам не отобьется. Strike systems online, ready to burn. Где вы там? Great work. All the wreckage sites have been found. Deploy a scanner, then set up a turret to defend it from Gaussian attack. Так, видимо, им придется вернуться назад. Наверное, Рэйчел туда сразу пошлем, вот вместе с ним. Hostile production cruiser verified. Take it out. Опачки, сюда пришли. И да, и они собрали еще один производственный крейсер, так что придется авиацию сюда переориентировать. Что они будут угрожать первому сканеру.
Research completed. Dialed in. Strike systems online. Ready to burn. Convincing copy. То, что мне нужно, это добыть остаток ресурсов сейчас и буду достраивать, устанавливать последний сканер. Attack core set. CU's exhausted. 1700 осталось. Research completed. This is the captain. Как их там много, а? Еще на один удар. Как быстро перезаряжаются перехватчики. Armored assault modifications carried out. Не перехватчики, штурмовики. Сейчас мы их тут выбьем, и еще они тут долго не появятся. Combat relay. Hostile production cruiser eliminated. Enemy armor disabled. А, турели отбили атаку. Hostile strike craft down. KPC copies. Ну что ж, у меня эта миссия, конечно, раньше гораздо хуже шла. Сейчас мы все последовательно как-то делаем, и все получается. Make ready. Можно посмотреть, как они возвращаются назад. Уезжают так с взлетной полосы вниз. Посмотрим, как они взлетают. Только цель обозначим. Нравится, что все тут отрисовано. Так, оп, и взлетели. И остальных тоже. CU field expanded. Strike craft destroyed. Нравится, что обломки достаточно так надолго остаются на песке лежать. Ready. Hostile armor. Eliminate tension. Так, все, ресурсы добыли. Reporting. Устанавливаем последний сканер и смотрим, что будет. Еще сканирование должно пройти. Так, ну сюда получается надо турели ставить тогда, обороняться. Enemy light attack vehicle marked on approach. Enemy contacts on the board. Set new heading. Сразу смотрим, где они спавнятся. И направляем туда удары. С упреждением. Systems online. Ready to burn. Reporting. Green line confirmed. Массовку просто одним ударом вынесли. Красота. Enemy armor disabled. Light attack vehicle is under fire. Очень облегчает работу наземным силам. Так, эти вроде так и будут стоять. Мы все-таки будем направлять туда еще удары, чтобы их... Еще кто-то подходит к ним. Да, надо сюда переориентироваться. Тут хоть турели есть, но тем не менее турели сами по себе не выдержат. Contact. Enemy armor. Bearing designated. Сейчас посмотрим, как они справятся. Вон, и оттуда еще подходит. Вот эту массовку вынести. Green line confirmed. Engines on. Ну давайте. Так, отлично. Strike craft destroyed. One of our turrets is taking fire. Reading. Strike fighter approach vector dialed in. Attack or set. Турели уже не достают из-за хребта. Надо, чтобы штурмовики вынесли его. Reporting.
больше 50% прошло. The data we've already collected is amazing. Ready to burn. Так, вот этих придется самим выносить. Будем пока стоять на месте, никого не преследовать, а они сами сориентировались. Тут справляемся. Эти стоят. Последних двух добиваем. 80%. Все, мониторим, пока ждем. Scan at 80%. Just a little longer. Так, еще подходит. Ну, остальные где-то далеко уже не... Уже просто не успеют сюда. Authentication pending. Они просто не успеют. Hostile designated. Mark Baron. That's it. Scan complete. We've got it. Strike fighter approach vector dialed in. А оставшихся вынести. Ну, будем авиацией тогда и добивать, чтобы потери минимизировать. Возможно. Strike craft destroyed. Fighter coordinates dialed in. Attack core set. Hostile armor incoming. Так, на этих ориентируемся. Так, этим самим придется справляться, не успеваем. Да, много еще, много подошло. Так, ну пока что... ПВОшек у них нету. ПВОшки в следующей миссии появятся. Green line confirmed. Engines on. Strike fighter approach vector dialed in. Attack vector dialed in. We're in the pipe. Странно, они по одному как-то. Enemy railgun eliminated. Red alert. Red alert. Command carrier taking fire. А, добрались все-таки. Hostile armor eliminated. Approach vector dialed in. Ну и тут без шансов, конечно. Все, этих уже списали. I've never seen anything like it. I need to start breaking down the data immediately. Enemy armor. Understood. Great job out there. Designated. Thanks. We have successfully completed our scan of the Kalash wreck, but it may only be a matter of time before the Gaussian carriers vector onto our position. Enemy armor. Intel, I fed the scan data into the computers and added my spectrum and IR reading. I'm heading back to the PC now. Copy that. We're all eager to hear the results of your analysis. I bet. You're gonna like this. Personal log, Captain Roman Sajet, Expedition Carrier Capisi. These sandstorms have taken a toll on the old girl, but she's a hell of a ship. We're managing well, considering the haste with which we launched. Our lead science officer, Rachel, is analyzing the artifact we found. She's eager to take risks, which I wouldn't have wagered on after our first meeting. She's also driven as hell. She's giving the intelligence officer fits. My respect for her grows daily. As for the Gaussian, their hover technology makes them faster and more maneuverable than our units.
They're better equipped for desert conditions too, which is no surprise. But their hit-and-run tactics, which I've seen before, always leads to something much larger and more dangerous. It's only a matter of time before we are truly tested. Наше истинное испытание еще впереди, ну да. Найдено аномальное место, научный работник. Сиджет обследует его. Местные гальсианские силы засекли нас, ожидается жестокое противостояние. Это точно. Так, ну это я, наверное, уже на завтра оставлю. Сейчас мы подводку посмотрим к миссии и засейвимся. Наверное, самые вот эти душные два эпизода, потому что долго торчим в одном месте. Шаримся по этой дурацкой долине. Потом там дальше будет поинтереснее, конечно. Более динамичные миссии. For the first time in as long as any of us can remember, we are finally able to shed some light on the history of our planet, and conceivably, our origins as a people. What we have found here is nothing short of miraculous. An ancient starship lost to the desert for 1,000 years. The structural damage it sustained, the compression patterns, the debris footprint, all of it is consistent with atmospheric penetration followed by ground impact. But why did it crash here? What happened? Many questions remain unanswered. We know that the satellite data we collected identified hundreds of similar sites scattered throughout the Great Banded Desert. Each one of these could be a wreck just like the Kalash. It is safe to assume the Galcian have been exploiting these resources for years. Now it's our turn. Composed of exotic materials and compounds not native to our planet, each represents a potential treasure trove of untapped resources and alien technology we can leverage in our fight against the Galcian, and which may well hold the key to our survival on Karak. All crews, prepare to shipbreak. Intel, detailed scans have identified one section of the Kalash with energy readings far exceeding normal parameters. I'll begin salvaging there first. Once I've confirmed my shipbreaking plan works, we'll move out into the valley below and expand operations. Copy that, Rachel. Deploying security teams to defend the inner perimeter. Approaching the wreck now. Copy that, Rachel. Proceed with shipbreaking operations. We will need to use several demolition charges. I'll need to place the charges on the wreck and detonate them once I'm clear of the blast zone. Understood. Собственно, будем просто его подрывать, разламывать и уже добывать из него и ресурсы, и артефакты. Ну ладно. Это мы оставим на завтра. Думаю, завтра утром все это прекрасно осилим. Я не помню, какая это миссия подряд. И пятая вроде бы. Ну все. Всем до новых встреч. Думаю, до завтра.